Русская народная сказка «Волк, медведь и лиса». Однажды встретились в лесу волк, медведь и лиса. Надумали они пойти в деревню с котинкой полакомиться. Пришли, а в деревне никого нет. Мужики да бабы в поле горох косят. Мало ребятишки за печкой раков ловят. Старики на печи спят. Обрадовались волк, медведь и лиса. Уговорились, кому сторожить, а кому за скотинкой ходить. Лиса по деревне бегает, да по сторонам поглядывает, как бы кто ни вернулся. А волк и медведь в хлев залезли, да утащили поросеночка и теленочка. А про лису-то и забыли, ничего ей не утащили. Взвалил волк поросеночка себе на холку, взвалил медведь теленочка себе на загривок и потащились в лес. Лиса плетется, да так-то ей полакомиться охотца. Ой, облизывается рыжая, хвостом помахивает, хитрыми глазками добычу оглядывает. Придумала лиса, как у волка и медведя добычу отобрать. Остановилась она у дерева и давай его потряхивать, да хворостинкой постукивать, побрякивать. Обернулся волк и спрашивает: «Кума, а кума, что это за стукушки-брякушки?» А лиса-то им и поет: «Мужики бегут, топоры несут, и баток дубинку отнимать скотинку, с ними собаки хотят драки». Испугался волк, испугался и медведь, и побежали они быстрее в лес. А лиса остановилась у другого дерева и давай его потряхивать, да хворостинкой постукивать, побрякивать. Обернулся медведь и спрашивает: «Кума, а кума, что это за стукушки-брякушки?» А лиса ему-то и отвечает: «Мужики бегут, топоры несут, и баток дубинку отнимать скотинку, с ними собаки хотят драки». Ой, испугался волк, испугался и медведь. Бросили поросеночка и теленочка на землю, а сами наутек в лес бежать. А лиса-то рада и радехонька взяла поросеночка и теленочка себе. Вот как плутовка хитра. Все у медведя да волка отобрала. Конец.